Лучшие огнеборцы республики соревновались сегодня в пожарном кроссфите. В мероприятии приняли участие представители 12 команд пожарно-спасательных подразделений республики. В программу соревнований вошли 9 упражнений, которые участниками выполнялись последовательно, без остановок. Это русские махи гири весом 24 кг, трастеры со штангой весом 40 кг, удары кувалды по покрышке, сматывание рукавов способом восьмерка, перенос манекена на 20 метров и транспортировка автомобиля на 15 метров. Огнеборцы-спортсмены все упражнения выполняли в боевой одежде пожарного и снаряжении. Лучших наградили грамотами и кубками. Цель данных соревнований – это, в первую очередь, популяризация профессии пожарного, а также выработка у пожарных выносливости, профессионализма.